Всем привет, с вами Андрей. Сегодня меняю я на Renault Grand Scenic аккумулятор. Расскажу, почему надо менять. Во-первых, аккумулятор у меня еще рабочий, старый, но при когда машину заводишь, выходит ошибка. На более поздних моделях машины 2013 года уже есть функция стоп-старт, механическая кнопка при заводе. Я всегда ее нажимаю, чтобы эту функцию выключить, потому что это нагрузка на аккумулятор, нагрузка на стартер, и ну, мне она не нравится. И у этих машин очень большое требование к аккумуляторам. То есть сейчас у меня вот эта ошибка выскочила. Я поехал к знакомому механику Сереге. Серега посмотрел, сказал, что твой аккумулятор имеет уже процент зарядки меньше 85%. Вот когда у тебя падает, сопротивление растет. И вот как раз при заводе делается чек, полностью проверяются все системы, и вот выдается такая ошибка. Можно дальше ездить, но лучше, конечно, поменять. Так вот, купил я аккумулятор в интернете, мне его принесли домой, сейчас его до машины донес, тяжелый, и буду менять. Сейчас вам покажу, какая ошибка выскакивает, и в принципе там менять 5 минут делов. Ну вот при заводе, смотрите, стоп-старт включен, да? Так, вот сейчас паузу нажал и посмотрим. Проверить стоп-старт, видите, вот она ошибочка выскакивает. То есть это примерно в 90% это уже надо менять аккумулятор. Принес курьер, аккумулятор тяжелый, блин, как он его пер, надо было только видеть. Аккумулятор Варта, хороший аккумулятор, наравне с Бошем. Все, то есть он пришел, его надо просто вытащить и вставить в машину, закрепить клеммы, и можно ездить дальше на 760 ампер, как и мой старый. Самое интересное, сейчас вам покажу. Ребят, вот этот аккумулятор еще родной, стоит с Renault, у меня машина 13-го года, то есть если посчитать этому аккумулятору, если он вышел как и машина, то уже практически 7-9 лет. Вы представляете, он отходил 9 лет, это же как так? Я же на этой машине 5-й год езжу, вот первый раз я аккумулятор меняю, то есть это нормально. Но я сейчас вытащу, посмотрю точно, какого он года. Для того, чтобы нам открутить аккумулятор, нужно снять скобу вот эту, которую держит аккумулятор. Я хотел ключ на 8 взять, но все-таки там нужно более профессиональное оборудование. То есть мой чемоданчик, там возьму я головку на 8, потому что будет так легко открутить. Давно я его не открывал, уже тут пыли много. Так, можно даже попробовать вот такой вариант. Даже вот так, может быть, попробую я. Ну, вы видите, что таким ключом проще откручивать, удобней и меньше головных. Так, это мне не свалится. Вот здесь вообще ключом не подлезть. Тут, я не знаю, почему Renault многие не любят. Они очень все так делают компактно, что туда не подлезть. Я вот не подлажу. Мне теперь надо будет возьму-ка я вот такую специальную штучку, видите, можно немножечко ее изогнуть. И вот таким макаром приходится откручивать, видите, то есть простым ключом здесь придется немножечко повозиться дольше. Лучше, конечно, иметь специальный ключ, чтобы не возиться долго. Так, снял, только ее аккуратненько снять и положить в сторону. Все, вот аккумулятор у нас теперь стоит свободно. Теперь его осталось клемму снять, одну, вторую, и вытащить. Французы не любят простых решений. Вы видите, где находится гайка, она сбоку. Это надо будет опять головкой туда попробовать подлезть и открутить. Попробую сейчас. Сюда я подлезть не смог,
то я сейчас выкручу вот эту клемму, и тогда я смогу аккумулятор поднять, и уже на земле я выкручу вот эту плюсовую клемму. Ребят, ну тут немножечко комплицир, то есть немножко сделали сильно сложно. То есть сюда ты уже не подлезешь. Я пробовал и головкой, и простым ключом. Очень сложно. Остается такой вот вариант. Я справился. Короче, я полностью открутил клемму плюсовую. Теперь я смогу аккумулятор поднять и открутить уже саму вот эту железку, вот эту клемму, которая надо будет сбоку туда залезть. Ну вот здесь уже на земле спокойно можно открутить. Все, снял я наконец-то. Ну что, ребята, для тех, кто говорит, что аккумуляторы долго не ходят, посмотрите, дата изготовления — третий месяц 13 года. Машину я уже пятый год езжу, вот первый раз аккумулятор меня, и то я бы не поменял, если мне не выскакивала бы вот эта ошибка проверить стоп и старт. Представляете, то есть аккумулятор отходил свои 9 лет, ребят, ну это вообще классно. Перед тем, как поставить, сразу убедиться, что аккумуляторы одинакового размера, потому что есть аккумуляторы, вроде и размер совпадает, но по высоте бывает и не совпадает. Здесь я вижу, что он чуть выше, буквально на сантиметр новый, но надеюсь, что зайдет. В принципе, там болты длинные. Так что вот сейчас ставлю новый аккумулятор и посмотрю, насколько его хватит. Собираем батарею в той же последовательности, закручиваем вот эту скобу, которая крепит батарею. Я уже почти все закрутил, осталось только затянуть. Плюсовую уже одел, затянул. Минусовую клемму тоже затянул, так что сейчас будем заводить. Так, ну что, я все закрутил, осталось только крышку. Крышка у нас закрывается легко и просто, но лучше двумя руками. Я закрою вам, покажу. Ну вот они, защелки. Вот раз, и с той стороны я закрыл, и нормально. Вот они, две штуки. Вот видите, когда меняешь батарею, тебя спрашивают, новая батарея? Да, новая. Сейчас надо подтвердить, что... Смотрим. Сообщений нет, все. Значит, дело было в аккумуляторе. Теперь я нажимаю. Пишет: стоп, старт выключен. Вот так я и езжу. Так что, ребята, вот так батарея меняется в Renault Grand Scenic, третье поколение 13 года. Так что, кому понравилось, ставьте лайки. До этого у меня был Grand Scenic 2. Вот уже пятый год езжу на третьей модели. Мне нравится, обзор скоро сделаю, потому что работы много. Вот отпуск летом начнется, вот буквально. И если будет время, я сделаю обзор на эту машину. Так что смотрите канал, подписывайтесь, пишите свои комментарии. С вами был Андрей, всем пока.